Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка, и я приготовила для вас обзор очень интересного и необычного средства. Бытует мнение, что корейская косметика – это что-то очень дешевенькое, какой-то масс-маркет с лягушатами, с котятами и всевозможными помидорками. Но самые настоящие косметологические сокровища мы можем найти, конечно же, в косметике категории люкс. И сегодня я познакомлю вас с кремом, который на данный момент считается, наверное, одним из самых небюджетных в корейской косметике, а, возможно, и в мире. Это корейский люксовый крем Centenica. Стоимость такой баночки составляет до 999 долларов. Давайте смотреть, что это за крем, что в нем удивительного и что, собственно говоря, в нем так небюджетно стоит. Мне удалось немножечко на этом креме сэкономить, потому что я купила целый вот такой вот набор, ларец. И ее стоимость вместе со всеми средствами, с таможенными сборами, составила около 720 евро, если мне память не изменяет. Но это уже значительно дешевле, чем одна баночка крема. Вообще корейский люкс очень выгодно покупать или уж в пробничках, или в наборах. Отдельное средство я заказываю крайне редко, потому что это невыгодно. Но именно вот в таких наборах стоимость средств значительно снижается. В этом наборе содержится весь уход за кожей. Вот такой ларец. И основная линия здесь — это лозок Сумма. В этом наборе огромное количество всевозможных средств. Есть вот такая красивая аннотация, которая сама по себе уже является произведением искусства. Здесь настолько красиво все оформлено, просто бесподобно. Здесь работали, наверное, самые хорошие корейские дизайнеры. Бумага дорогая, просто шелковая на ощупь. То есть театр начинается с вешалки, а косметика начинается, конечно же, с упаковки. Здесь, в этом наборе, большое количество средств из линии лозок Сумма. Я сделала об этой линии отдельный отзыв на моем сайте, обязательно скину ссылочку в инфобоксе, вы можете почитать об этой линии. Я бы сегодня хотела остановиться именно на этом креме. И не так давно появилось еще одно средство из линии Centenica, это уже антивозрастная сыворотка. Итак, что интересного в этой баночке? Давайте начнем с дизайна. Недавно изменилась немножечко упаковка. Она была вот такой. Здесь в этом наборе есть пробничек. Она стала намного богаче, эффектнее, заметнее, я бы сказала. Появились здесь новые украшения, форма немножко изменилась. Здесь появился логотип такой более проработанный. Мелкие чешуйки по всему донышку. И обязательно вот здесь вот надпись. Конечно, очень красивая вещь. Безумно приятно держать в руках, пользоваться. Но это еще не все. И внутри царит красота просто неимоверная. Здесь и надпись Centenica, и логотип бренда. Все это роскошно выглядит, вот такая драгоценная пиала. Ну, крышечка занимает, скажем так, тоже много места в упаковке, но такая вот вещь. И тут у меня уже остатки этого крема. Я с огромным удовольствием использовала и его, и всю эту линию. И это зимой обязательно этот набор повторю, потому что линия для возрастной кожи и сам крем действительно великолепны. Что же в этом креме такого интересного и чудодейственного? Во-первых, вино из Франции. Только определенный сорт и только с огромной выдержкой. Второе. Уксус из Италии, который настаивался в течение 100 лет. Вы можете себе представить такую ферментацию? Да, такое бывает. И очень редкий и буквально драгоценный индийский дикий женьшень. Но, конечно, это еще не все. Если мы берем какой-то европейский люксовый крем, мы видим там воду, глицерин, ну и в лучшем случае 2-3 пептида, несколько растительных экстрактов. В этом креме экстрактов 88. Сейчас вы видите перед собой состав
этого крема. Я продублирую его еще обязательно в инфобоксе, потому что в бегущем изображении, конечно, трудно что-либо разглядеть. Но интересно и другое. Все эти экстракты еще и подвергались ферментации в течение более чем 3 лет, 1102 дня срок ферментации ингредиентов для этой линии, при температуре 37 градусов по Цельсию, собственно, почему этот бренд и называется Сум-37, и под классическую музыку. Зачем классическая музыка, я не знаю. Я как-то спокойно отношусь к таким спецэффектам, но, возможно, ученые знают что-то больше нас, не удивлюсь. Поэтому стоимость этого крема вполне объяснима. Здесь мы платим не за бренд, здесь мы платим за, я бы сказала, старинные, труднодоступные ингредиенты, плюс многогодичный производственный процесс. 103 года. Да, если в общей сложности мы посчитаем с уксусом, с ферментацией, вот такую баночку мы держим в руках. Этот крем не входит ни в одну линию от Сум-37. Он сам по себе, как свадебный генерал. И не так давно, и, по-моему, в прошлом году у него появилась генеральша. Это вот такая сыворотка из этой же линии. Я их, конечно, использую вместе в сочетании со средствами из линии Closeck Summa. Собственно говоря, здесь весь набор и сделан как одна уходовая линия. Сразу скажу для девушек, которые захотят себя побаловать таким кремом, купят его в гордом одиночестве. Нет, это средство так не работает. Дело в том, что абсолютно все средства из корейского люкса, они являются командными игроками. Для того, чтобы крем работал, чтобы работала сыворотка, нужен комплекс средств, который называется корейский многоступенчатый уход. Тонер, сыворотка, эмульсия, крем, крем для кожи вокруг глаз. Вот в такой команде это средство великолепно работает. Насчет эффектов. Я этой линией очень довольна. Дело в том, что у нас очень длинный отопительный сезон. Он начинается, наверное, с конца сентября и продолжается до мая буквально, до апреля. И за это время кожа стареет в режиме год за три. И я заметила прошлой зимой, что проблемы обезвоженности не было вообще. Обычно кожа за зиму немножечко жухнет, становится блеклой. Возрастные девушки знают, о чем я говорю. Вот эту кожу после долгой зимы, ее трудно с чем-либо перепутать. Однако на этом уходе весь комплекс такой вот дряблости, жухлости и несвежего оттенка у моей кожи не было. Поэтому здесь трудно сказать, работал ли это именно крем, но сам по себе комплекс на возрастной коже, на моей нормальной, работает просто великолепно. Поэтому обязательно этой зимой буду повторять весь набор. И, честно говоря, даже просто опасаюсь сползти на какую-то линейку послабее, потому что действительно именно зима, именно сухой отопительный сезон в нашем регионе – это самая большая неприятность для кожи. Кроме того, у нас еще есть такая неприятная вещь, как сильный контраст температур. Выходим из дома, где 21 градус тепла, открываем дверь и выходим туда, где минус 15, например. Это очень сильно влияет на кожу. Сосудики начинают лопаться. Кожа все время, естественно, раздражается от этого контраста температур. Поэтому эта линия за счет своей плотности, а это плотная линия, насыщенная, это не жиденькие гели и водички, за счет этого линия, конечно, очень хорошо кожу укрепляет и препятствует тому, чтобы вот этот контраст температур разрушал и старил нашу кожу раньше времени. Консистенция у этих средств очень интересная. В этой ампуле, ну, у меня, как вы видите, уже практически добитый бутылек, немножечко на донышке осталось. Это очень красивое средство, в котором плавают золотые частички, легкое, воздушное и впитывается буквально сразу. Тоже, конечно, безумно красивый бутылек. Это просто какая-то восточная амфора. И само по себе средство очень красивое. Конечно, приятно зайти в ванную комнату вечером после
трудного долгого дня побаловать себя косметикой уходом из таких упаковок. Что касается консистенции крема, здесь есть остатки крема. Это нежнейший сливочный крем. При соприкосновении с теплой кожей он тает и исчезает в ней сразу же. Несмотря на насыщенность и на такой огромный состав, все средства этой линии великолепно впитываются, не оставляют ни липкости, ни жирности, они очень комфортные. Что касается остальных средств, я буквально пробегусь по набору. Здесь есть, как всегда, тонер и эмульсия, неотъемлемая часть любого корейского набора. Здесь есть также мини-версия крема. Есть еще капсулы с мини-версией этой сыворотки, но я ее уже, конечно, благополучно куда-то пристроила и найти, к сожалению, не могу. Также здесь есть очень вкусная сладкая парочка. Очень рекомендую, если еще не пробовали. Это дневная и ночная ампулы. Редкий случай. Обычно корейские девушки используют вечером те же средства в рутине, что и утром. Ну, просто добавляют иногда ночные маски. Однако здесь ампулы разделены на дневную и ночную. Это очень густое ночное толстое средство, замечательно работает, очень мне нравится. Так что набор действительно очень интересный, полноценный. Здесь есть весь уход, который нам нужен. Для кого же я могу рекомендовать эти средства? Прежде всего, конечно, для девушек с возрастной кожей. Потому что для молодой кожи может показаться, ну вот я начну, например, 25 лет пользоваться такими средствами, долго не состарюсь. Дело в том, что кожу омолодить заранее не получится. Конечно, профилактика нужна, нужно кожу увлажнять, нужно помогать ей сохранять молодость. Однако все эти 88 растительных экстрактов молодой коже просто не нужны. Они не навредят, естественно, они не сделают ничего нехорошего. Но они будут работать в холостую. Это стрельба из пушки по воробьям. Для раннего антиэйджа у корейцев есть великолепный сегмент Middle Market. Огромное количество брендов этого класса выпускают великолепную косметику для раннего антиэйджа. Там как раз именно столько и таких компонентов, сколько и нужно. Для самой же молодой кожи лет до 25 вообще можно оставить только масс-маркет. Потому что молодая кожа сама себя и увлажнит, и защитит, она все умеет делать сама. Но, конечно, уже когда мы говорим о возрастной коже, например, как вот мне за 50 лет, ну какой масс-маркет? Там в составах уже нет абсолютно ничего, что может возрастную кожу не то что омолаживать, а даже как-то поддерживать на одном уровне. Здесь нет никакого снобизма, здесь нет никакого стремления купить что-то подороже. Я с удовольствием купила бы дешевую косметику и пользовалась ей, но, к сожалению, хорошие ингредиенты дорого стоят, а для очень возрастной кожи они уже, конечно же, нужны. Поэтому для возрастной кожи, если у вас есть желание себя побаловать, да, я могу рекомендовать этот крем и эту сыворотку. Я уверена, что они сочетаются со всеми уходовыми линиями от этого бренда, но хороший результат лично на моей коже эти средства показали с линией лозок Сумма. Это такое получилось видео. Я надеюсь, что оно не только принесло вам эстетическое наслаждение от созерцания таких роскошных царских упаковок, но вы сделали для себя какие-то выводы. И если кто-то сомневался с покупкой этого средства, то теперь вы будете знать, нужно оно вам или не очень. Конечно, понятно, что без этих кремов никто преждевременно не состарится, но если есть возможность поддержать свою кожу, порадовать себя такими драгоценными ингредиентами, то почему же нет? Спасибо, что посмотрели мой обзор. С вами была Бьюти Бабушка, и до следующего раза. Всем пока!